Всем привет! Продолжаем готовить новогодние рецепты. И сегодня у нас самый сочный цыпленок. Возьмем того самого виновника. И нам надо вырезать вот этот вот хребет. Можно это сделать ножницами. Делаем надрезики. Легким надрезом достаем и вынимаем. Здесь получается вот такая красота. Маленький надрезик, чтобы проще его было разбирать. И вот такой красавец у нас получается. И теперь займемся сочностью его. Берем чеснок, раздавили, почистили. Нам надо много чеснока. И теперь это все меленько-меленько режем. Все, отправляем сюда. Сюда же добавляем сливочное масло. И, конечно же, тимьян, розмарин. Аромат стоит уже прекрасно. Мелко-мелко рубим. Берем ручками и все это раздавливаем. Возвращаемся к нашему цыпленку. Делаем надрезики. В районе ножек делаем пару надрезиков. Хорошенечко посыпаем солью, перец. Переворачиваем. И то же самое проделаем с этой стороны. Теперь берем наше сливочное масло. И по максимуму начиняем его в грудку, под кожу, в ножки. Куда есть возможность. Ну что, начинили мы по максимуму нашего цыпленка. Сливочным маслом, с травами. Сверху еще посолили, добавили еще немного специй, чтобы крылышки не подгорели, подвернули их внутрь. Все, вот такой красавец отправляется в духовку. 180 градусов 30 минут. Пока запекается наш цыпленок, поставили водичку разогреться. В ней мы отварим цветную капусту буквально одну минуту. Займемся яблоками. Сделаем что-то наподобие соуса к нашему цыпленку. Можно яблоки чистить, а можно и не чистить. Нарезаем небольшим кубиком. Сюда же мы сейчас отправим дольки мандарин. Почистили и разделили на дольки. Вода у нас практически закипела. Хорошенечко посолили и отправляем туда нашу капусту. Опа! И чтобы она нам здесь не мешала, оставляем на ту плиту. Добавим чуть-чуть маслица и отправим наши яблоки с мандарином. Добавляем сюда цедры, специи и, конечно же, корицу с имбирем. Оставшийся апельсин мы не выбрасываем и выжимаем с него сок. Добавляем чайную ложку сахара и готовим 15 минут. Пока готовится наш цыпленок, займемся цветной капустой. Она слегка подварилась. Мы ее сейчас разберем на соцветия. Не сильно мелкие. Я думаю, вот так вот будет. То, что надо. Выкладываем на противень. Если у вас нет свежей цветной капусты, смело берите замороженную. Разница будет совсем небольшая. Поливаем немножко маслицем. Немного перчика. Возьмем немножко орешков. Тут у нас завалялось немножко пекана. Если что, можете взять грецкий орех. Либо миндаль. Сверху потерли это все сыром. Присыпали хорошенько орехами. И сверху немножко сухарей панка. Они придадут нам хруст. Хорошенечко так, чтобы сухари засыпались между соцветий. За 20 минут до готовности цыпленка отправляем нашу цветную капусту туда же. А теперь берем, поливаем это все сачком, который образовался. Хорошенечко. Цыпленок почти готов. И часть на цветную капусту. И оставляем еще на 20 минут. Ух, смотрите, какая сочная. Сок просто вот аж брызжет из нее. Берем немножко филе. Опа. Сюда же отправляем чуть-чуть цветной капусты. Все, это еще немножко соусиком. И немножко соуса. Сладкие ароматные яблоки с легкой горчинкой от мандаринов. Такого же сочного вам Нового года.